Так, замена ремня ГРМ на Hyundai Getz 1.4. Так, пришлось поснимать все приводные ремешки. Открутил подушку, но перед тем, как откручивал кронштейн подушки, поставил под мотор опору. Вот так вот. Тут, значит, еще. По меточкам. Вот так вот. И сверху. Вот в эту дырочку, и там красненькая метка. Но я через зеркальце смотрел. Взял такой комплект ремня плюс ролики по гейцу. А тут лежит оригинал. В гейце лежит оригинал. GMB Kia Hyundai. Сейчас распечатаю. Так, на паразитном ролике в комплекте в гейце лежит оригинальный подшипничек. Интересно. А вот натяжной просто GMB Korea. Сейчас будем, значит, устанавливать. Так, старые ролики натяжной, в принципе, нормальный. Паразитный тоже еще нормальный. Да? Под реха подальше, выше панели по пробегу. Потому что этот ремешок проехал свои 70 тысяч. Так, 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 сейчас тросы почистим, поддуем, будем ставить новый ремешок. Так, прикрутили паразитный ролик. Вот там я тоже уже прикрутил натяжной ролик. Поставил максимум, когда оно не зажимает. Так, так, чтобы было виднее. Поставил ролик, прикрутил, и теперь пружинка, просто отверточка его защелкнуть за вот этот вот пунктик, так раз, и он туда защелкнул, защелкнуть его. Ремешок надо ставить от начиная от коленвала против часовой стрелки заводить. Так, метка на колени. Тут пыптик, треугольничек, и вот этот отросточек. Так, все-таки удобней, когда ролик отпустить и снять шкив коленвала, так удобней заводить пружину на вот это вот. Так, вот поставил новый ремешок. Еще натяжитель не отпускал. Сейчас отпускаю натяжитель. И надо сделать два оборота коленвала и проверить, чтобы нигде не было ни задираний, ничего. Должно плавно все прокрутиться. Потом зажимаем болты, собираем все на место, делаем пробный запуск.